По даному конкретному случаю мы узнали в департаменте здравоохранения вчера из социальных сетей. В 15:30 была назначена сразу рабочая группа. Туда вошли и депутаты, представляющие комиссию по здравоохранению. В ближайший день-два разберемся в этой ситуации, сможем вам доложить. Запросили историю болезни данного пациента и как такое получилось, что было предпринято. Полностью мы пошагово доложим все об этой ситуации.